Добрый вечер, программа «На справде» в эфире телеканала «Симон». Меня зовут Владимир Мазур, и сегодня мы поговорим о законе о занятости населения. Закон принят и вступит в силу в новом году. Ну вот о том, что за изменения произойдут на рынке труда, кого и в какой степени они коснутся, и кто, возможно, пострадает от принятия этого закона. Об этом мы сегодня будем говорить, будем слушать точки зрения правозащитников и точку зрения человека, который представляет компанию по рекрутингу, компанию, которая занимается профессиональным подбором кадров для разного рода бизнеса. Разговор, предполагаю, будет интересным. Ну, в общем-то, обо всем по порядку. Давайте сначала представлю гостей. Итак, у нас точку зрения правозащитника сегодня будет представлять Людмила Клочко. Добрый вечер. Здравствуйте. И Леонид Прокопец, исполнительный директор рекрутинговой компании, будет говорить о том, что думает, собственно, по поводу нового закона как раз рекрутинговая компания. Добрый вечер. Ну, давайте, чтобы все примерно понимали, о чем идет дело. Понятно, что закон довольно большой, много там разных положений, хороших и, наверное, не очень, но хотя бы в общих чертах, о чем пойдет речь, увидим в сюжете, который посмотрим прямо сейчас. У Андрея 30 лет юридической практики, но уже полгода мужчина не может найти работу. На предложение центра занятости Андрей соглашаться не спешит. Слишком маленький оклад предлагают работодатели. Когда слышат, что мне уже 50, как бы это сразу снимает вопрос вот, трудового устройства. Такого быть не может, это наоборот, как бы это опыт, это знание, это юрист 50 лет, это самый рассвет юриста. Чтобы защитить специалиста, в Верховной Раде приняли закон о занятости населения. Когда документ подпишет президент, работодатели не смогут указывать в требованиях к соискателю необходимый возраст, пол и личные данные. Специалисты прогнозируют, закон начнет действовать с нового года. В центре занятости новый закон комментируют неохотно, мол, не ясно пока, как он будет работать на практике. Уверяют работодатели, обратившиеся к ним, указывают только сведения о характере работы и основные требования кандидатам. В этой официальной отчетности, да, нет таких требований, как возраст, пол и так далее. То есть те, которые носят, скажем, дискриминационный характер. Но запреты нового закона обойдут некоторые профессии. Например, руководитель, который ищет рабочих в шахту, сможет указать, что ими должны быть мужчины. Послаблениями смогут пользоваться и охранные агентства. Там поясняют, в объявлениях указывают лишь требования собственных заказчиков. Изначально мы спрашиваем у заказчика, кого вы хотите видеть, какое качество кадра. Он говорит, я хочу видеть, допустим, женщин, или я хочу видеть мужчин, я хочу их видеть в таком-то возрастном диапазоне. А вот правозащитники говорят, благие намерения парламентариев вряд ли увенчаются успехом. Подчеркивают, закон проявит себя только в судах. Найдут другие поводы. У работодателя всегда есть масса причин для того, чтобы отказать человеку. Не тот опыт, не то образование и так далее. Также парламентарии надеются создать в Украине новые рабочие места и увеличить помощь по безработице. Но пока и соискатели, и работодатели скептически относятся к новому закону. Ну, вот насколько видно из сюжета, в общем-то, и правозащитники достаточно скептически, да, относятся к новому закону. Что там не так? Что как опять объяснить недовольство, да? Ну, в таком большом по объему законе всегда есть что-то, что ты одобряешь, есть что-то, что ты не одобряешь. И когда такие декларативные статьи, там, заборона дискриминации или запрещение запрещается. Ну и что будет тому, кто это сделает? То есть запрещается, но не пишется. Запрещается, но да, нет никаких механизмов, да? Которые бы действительно этот запрет реализовали. Ни в Уголовном кодексе у нас за это нет никакого уголовного, это не считается уголовным преступлением, ни в Административном кодексе тоже не предусмотрено такой статьи. Есть нарушение трудовых прав, в основном касающиеся увольнения или касающиеся там невыплаты зарплаты. То есть с человеком уже заключен договор, он уже работает, его трудовые права должны быть защищены, они защищены и на уровне там уголовного законодательства, и на уровне административного. Отказ в приеме на работу никак там не обозначен.
Но опять же, редко кто, насколько я понимаю, отказывает, что мы вам отказываем, потому что вы там мужчина 35 лет или там 36, да, вот, а нам нужны женщины. Ну, вот это редко кто говорит на вслух. Во всяком случае, у нас было дело судебное, которое единственное, касалось... почему я и вспоминаю. Единственное, да, дело, мы его, ну, можно сказать, условно выиграли, потому что суд признал действия работодателя незаконными, но никакого наказания, кроме того, что он оплатил судебные издержки, там нет. Судья также не понимал, в чем же заключается моральный вред, если мужчине трудоспособного возраста, трудоспособного статуса отказывают в трудоустройстве только на том, имеющем опыт по этой специальности, отказывают только потому, что ему он старше 30 лет. Очень интересно было, потому что работодатель доказывал, что они, значит, у них нет никакой дискриминации, и в подтверждение принесли документы, которые сдавали в центр занятости. И в этих документах было написано, что им требуется там брошюровщик, женщина до 45 лет. То есть в тех доказательствах, которые они представляли в суд, они еще раз как бы доказали этим, что у них существует дискриминация по возрасту. Такая дискриминация называется эйджизм. Это слово мало кто знает в Украине, но явление это существует сплошь и рядом. Ну, давайте послушаем точку зрения профессионалов по найму. Да, вот с чем связана такая? То есть действительно известно, любую газету возьми, объявление прочитай, там 18-35, дальше жизнь человека, видимо, заканчивается, и работу ему найти уже невозможно. Почему так? Ну, совершенно верно, эта норма как бы дискриминационная абсолютно. То есть тоже попытка ее запретить и убрать является шагом в правильном направлении, в принципе. Могу только сказать, что, естественно, никто работодателю не сможет помешать не взять на работу человека, если он не хочет его брать. И если он истинную причину не назовет, если он, так сказать, естественно, не скажет, что я не беру человека по возрасту или по полу, или по его религиозным предпочтениям, то, конечно, никто ему не сможет ничего предъявить ни в суде, ни, так сказать, вообще в целом. Но я думаю, что эта норма, прежде всего, направлена на именно объявления в газетах, в интернете, да, то есть в которых изначально указывается норма там, до 35, там, или только мужчина, или только женщина. То есть дискриминация не в том, что вам могут отказать, отказать вам могут всегда, а в том, что изначально вас ставят объявляется причина, по которым, да, то есть вы не подходите изначально, вы не можете прийти и доказать на интервью, на собеседование, что вы все-таки достойны занять это место, что вы стоящий специалист, и что вас, что руководству следует подумать, чтобы вас взять. Вот дискриминация именно в этом. Если этого не будет, значит, то это лишь приведение нашего законодательства к общей мировой практике, где нигде нельзя указывать в объявлении на работу ни пол, ни возраст, только набор профессиональных данных. Человек либо соответствует ему, либо нет. С точки зрения работодателя, я тоже должен дать объявление, не дискриминирующее никоим образом будущего кандидата, но откажу я ему, естественно, по каким-то причинам, совсем не обязательно мне указывать возраст. Но при этом каждый человек, вот, если поставить особенно на место, себя на место человека, который ищет работу, вот, это дискриминационно само по сути, то есть он видит, он не подходит. Он даже не может обратиться. Вот. Он должен иметь возможность быть обратным. Именно этот момент и есть дискриминация, потому что его лишают права обратиться. Да. Не факт того, что ему потом откажут, а факт того, что его отсеивают сразу по какому-то признаку. То есть явление, в принципе, само по себе отсеивание сохранится, насколько я понимаю, после принятия вступления в силу закона. Закон исполняет вот что-то вроде того, да, функцию подмели под коврик, да, закрыли. Никто этого теперь не видит в газетах, де-факто оно существует. Получается так, да? Де-факто невозможно это, потому что, ну как, невозможно заставить работодателя взять человека, которого он не хочет взять. Да? Он всегда найдет повод отказать, если ему не нравится по тем или иным причинам. Но причины, которые являются, например, дискриминационными. Вот смотрите, тот же половой признак, да? Ведь есть объективно, например, ситуация, когда действительно нужны мужчины или женщины. Связано вот с теми же там шахтерами, да, которых упоминали, ну понятно, что
Можно написать, да. Подземные работы, вот. Женщины. Ситуация, скажем, более простая, но от того не менее, наверное, дискриминационная. Например, мне нужно, вот я, не знаю, директор канала MTV, скажем, да, любого молодежного музыкального канала. Мне нужны девушки в эфир, которые бы стояли вот красивые, симпатичные, да, вот и с молодежью, на языке молодежи обращались. Что делать работодателю в такой ситуации? Вот он же должен сказать, чтобы к нему не шли там 400 тысяч человек, которые заведомо не пройдут. Он же себе там на 2 месяца парализует работу, если к нему они все придут. Что ему делать теперь в такой ситуации? Как ему указать, что ему нужны вот именно девушки 18-25 лет для работы в эфире? Я думаю, что в первую очередь работодатели должны изменить некоторым образом свою ментальность, свое мышление. Все дело в том, что сегодня работодатель видит человека, который будет какого-то идеального, у него в голове нарисованный образ, который будет выполнять эту работу. И в этом случае, и в других случаях. Требования, там, высшее образование, возраст, пол, опыт работы, все это может быть. Но очень редко в самих объявлениях пишется о характере работы. Если в объявлении будет написано, что работа связана там, с длительными командировками, с работой в ночное время, с переносом тяжести, то вряд ли какая-нибудь женщина, если она, конечно, не особенная какая-то женщина, она согласится на такую работу. Она изначально, она как соискатель, будет отсекать такие объявления. Поэтому объявления должны быть ориентированы не на видение работодателя, какой у него там будет голубоглазый блондин сидеть в эфире, а на работу. Если в данном случае будет указано, что это молодежная студия, нужно знание там, современной музыки, знание современного жаргона и так далее, то вряд ли бабушка там, 70 лет захочет в этом эфире принимать участие. Но, может быть, и захочет. И, может быть, ваш канал будет эксклюзивным именно в этом смысле. Ведь посмотрите на американских телеведущих. Кстати, интересный, да, тоже вопрос. Там есть про юристов, про ведущих в том числе. Да, там толстые. Только там начинается жизнь после 40, профессиональная. Некрасивые. Там есть со всеми, всех цветов кожи, специально для того, чтобы у зрителя не создавать чувство неполноценности. Чтобы зритель говорил, ну вот, смотрите, вон сидит женщина, ей тоже за 40, и она тоже не фотомодель. Однако она профессионально состоялась, она реализует себя, она может, значит, могу и я. И это очень важно у населения создавать некое позитивное видение мира, своего будущего. Без этого наше население в состоянии жуткой фрустрации, там, депрессии, оно, ну, это не граждане демократического государства. С ними можно делать все, что угодно. Но это мы уже совсем, да, в область высоких материй. Да сфер, все, да? Бьет в одно. Но все бьет в одно, совершенно право. Хотелось бы послушать, действительно, почему так вот наши, по крайней мере, работодатели, я не знаю, кстати говоря, формулируют ли таким же образом зарубежные работодатели свои требования к кадрам, которые вербуют здесь, в Украине, почему наши работодатели действительно на какой-то внешней стороне вопроса акцентируют внимание? Женщины, мужчины, 18, там, 50, я не знаю, все что угодно, кроме действительно того, что будет интересовать в дальнейшем, профессиональный работник или нет, будет ли справляться с теми условиями, которые там будут или нет. Почему такая вот психология, и будет ли она меняться, и меняется ли она? Теперь должна будет поменяться, вынуждена будет поменяться, потому что это запрещено законом. Из европейской практики могу точно знаю, потому что много раз участвовал в обсуждениях. Даже нельзя в названии вакансии опубликовать женское или мужское окончание. Там, допустим, учитель-учительница. Да? То есть они пишут через черточку. Учитель-учительница. Обязательно. То есть нигде нельзя не упомянуть пол впрямую. Нигде нельзя упомянуть возраст впрямую. Вот. Я соглашусь, что действительно должно быть описание работы, то есть абсолютно верная мысль, что, например, если работа описана, что это уход там, за детьми младшего возраста, то вряд ли очередь мужиков, грубо говоря, крепких выстроится на эту вакансию. Да? То есть понятно, что на нее придут
женщины в основном, да, но нигде это нельзя упоминать впрямую, вот это просто цивилизационная норма такая. Есть все равно же боязнь, да, есть боязнь работодателей, скажем, брать в какой-то части, брать на работу женщин, которые будут вот молодого возраста, они выйдут замуж, заведутся детьми, им придется платить там, строить садик, платить выплаты какие-то компенсационные и так далее. Боятся, да, то все равно как-то это все равно, я не знаю, на Западе, кстати говоря, есть ли такая проблема или нет, но вот у нас она есть в силу наследия тяжелого советского режима. Да, пока никто... проблема, конечно, есть везде. Везде. То есть государство тем или иным способом помогает и молодым семьям в разных странах по-разному. Допустим, во Франции лучше, чем в Германии, например. Но, тем не менее, нельзя законом как бы учесть все ситуации. Да? Нужно отсечь вот такие вот явные дискриминационные моменты, когда человеку изначально ставятся в неравные условия. То есть должно быть равенство возможностей. Это не значит, что вы всюду преуспеете. Может, вы не такой хороший профессионал или не дотягиваете по каким-то профессиональным качествам. Может быть, вас даже не возьмут из-за возраста. Но, по крайней мере, вы имеете шанс. Вы имеете шанс прийти и доказать, что нет, несмотря на мой возраст, несмотря на мой пол, там, цвет кожи, убеждения, я соответствую по своим профессиональным данным, по знаниям, по опыту и могу внести пользу компании. Вот в этом смысл. То есть, по крайней мере, опять же, мы возвращаемся к тому, что этот закон открывает ворота, по крайней мере, до стадии собеседования людям, которые ищут работу, обладают профессиональными навыками, достаточными для того, чтобы занять ту или иную профессию. Есть еще один пункт, наверное, который не очень нравится, по крайней мере, компаниям, осуществляющим поиск профессиональных кадров. Насколько я помню, новый закон запрещает теперь соискателей, да, брать деньги за вот такую услугу. То есть теперь деньги берутся только с тех компаний, которым, собственно, нужны кадры. На ваш взгляд, это справедливо или нет? И приближает ли опять нас это к европейским нормам? Это, безусловно, приближает к европейским и общемировым нормам, потому что всюду рекрутинговый бизнес, вообще вся эта отрасль берет всегда деньги с работодателя. Потому что работодателю... Ну, считается, по крайней мере, что работодателю гораздо нужнее и важнее найти нужный кадр, чем соискателю найти работу. Вот. К тому же, вот, возможность брать деньги с соискателя работы часто приводила к злоупотреблениям, в том, что деньги берут вперед, как предоплату многие компании. Естественно, многие не выполняют, может быть, не потому, что они такие плохие, а просто они не смогли найти человека, не всегда же можно найти, подыскать работу. Человек, естественно, недоволен, в целом страдает репутация рекрутингового бизнеса как такового среди соискателей, которые говорят, я не хочу иметь дело с рекрутинговым агентством никогда и ни за что, потому что меня там обманут, с меня возьмут деньги. Когда мне, например, звонят соискатели и спрашивают, вы берете деньги, я говорю, нет, никогда. Не беру я деньги с кандидата. Все услуги с моей стороны для вас бесплатны. Угу. Это сразу как бы открывает отношения теплее, открывается, устанавливается контакт какой-то. Но при этом я говорю, я не ищу вам работу. Я ищу ценные кадры для своих клиентов, для своих заказчиков. То есть принципиально иной подход получается? Принципиально иной подход. В этом разница, ну, в нашей терминологии между рекрутинговым и кадровым агентством. Потому что кадровое агентство считается, что оно берет соискателя деньги и ищет ему работу. Рекрутинговое агентство, вообще рекрутинговый бизнес, занимается тем, что обслуживает корпоративного клиента, работодателя. Моя задача не взять конкретного кандидата и найти ему работу, а конкретному работодателю обеспечить заполнение его вакансий именно тем кадром, который ему нужно. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. Я, конечно, понимаю, что задача была поставлена явно, да, превышающая наши скромные эфирные возможности. Тем не менее, тема, как мне кажется, интересна. Я надеюсь на продолжение этой беседы. Но, наверное, уже после того, как закон вступит в силу и будут видны первые его плоды, работает этот закон или нет. Спасибо вам еще раз, что были сегодня у нас в студии. Спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом все. Удачи вам. До свидания.